он делает в воде? По воде ходит. Ты смотри, какой зайчик. Ему там тоже камушки мешают. Цыпленок жареный. Ходил-ходил, поплыл, как утка. Ты смотри, что такое. Зачем он такой? Снимать так ночью. Так, солнышко отпустить. Красивый. Встал на островок и стоит себе. Ну, молодец. Хорошо. Сейчас посмотрю. Если нормально снимает. Как быстро он идет. Сейчас в другом режиме попробую. Переключить трудно. Ну-ка, солнышко взял. Теперь море другого цвета. И это другого цвета. Куда он плывет? К этому? Маячку какому-то. Это не маячок. А что это такое? Это указатель фарватера. А, это? Вот теперь интересней. Надо прокатиться тоже на таком. Мы где-нибудь, может, в Мирном Евпатории можем прокатиться. Корочка ряба. И курочка, и уточка. Плавать умеет, как уточка. Бегает, как курочка. Ну, их, может быть, даже едят. Не надо. Не надо. Она летает высоко. Во, мне вот этот вид не нравится. Эх, жаль, что она ушла с этого вида. Я бы ее в другом свете. Ну-ка. Ну так она засвечена. Ну ладно, сейчас я ее так. В натуральном цвете. Птичка, тип-тип-тип-тип-тип-тип. Еще и летать умеет. Молодец ты у меня. Солнышко мое. Летает. Хороший. Ой, ушел. Хорошо идет. Плывет.